Мы у Максона дома. Всем привет. О, зеркало. Зеркало. Я видел. Только зеркало маловато. Все блогеры снимают тебя в зеркале. Ага, всем привет, друзья. Мы наконец-таки забрали посылку из ПЭКа. Потратили... Сколько? Ну, короче, мы успели приехать в ПЭК, взять талончик, съездить помыть машину наконец-таки. Моя тачка чистая и внутри, и снаружи. Потом приехали обратно. Посидели там сколько? Минут 20, да? Ну да. Да, 20 минут посидели, 10 минут на выдаче, и ура, посылка у нас. Сейчас Максон покажет вам, что там лежит. А это его кот, Тишка. Тишка, что ты боишься? Давай, доставай. Мешка боится. Огромный пакет. Мешок. А внутри коробка. Слушай, это наверное... Зловой. Это не та самая коробка, которая обоссана была? Понюхай, не воняет? Да вроде нет. Просто, ребят, была у нас такая же коробочка, мне Миха присылал посылку, но у Михи есть кот. Дома живет котяра, и, короче, котяра коробку обоссал. Мешок, но это вроде не мешок, она. Мешок протёк. Не, вроде не она. Кстати, классная коробочка, в ней очень удобно модели перевозить, насоривать там, просто на покатушку таскать. Вот такая коробочка. Давай, открывай, показывай, что там внутри. Слушай, кот нюхает. Может, реально это та же самая обоссанная коробка? Да он все нюхает. Ну, подай, понюхаю. Не, вроде не та. Слушай, это она, чувак. Она? Это Михина коробка, да. Либо это просто очень сильно похожая коробка, которая тоже обклеена скотчем, либо это реально Михина коробка. Начнем. Она, если это Михина, значит, коробка опять навернулась. Итак, это Дюранго Декст. DSC-210, правильно я прочитал? DSC-210. Да, правильно. Да. Колесики разноцветные, еще колесики. Еще колесики. Еще колесики. Еще колесики. Если нас смотрят брянские моделисты, то знаете, что у Максимки сейчас очень много колесиков, которые он будет барыжить 100 пудов. Так, давай, выкидывай. Вся суть. Давай, коробку Тишке отдадим. Тишка, залезай. Можешь пописать. Тише, залезай в коробку. О, слушай, подожди, это от ВДшки? Это от ВДшки, наверное, тебе надо. Трубочка от ВДшки? Давай, доставай. Так, подожди, она у нас... О, смотрите. Аккуратненько. Кот залез в коробку. Подождите, да? Неприятности. Тише, привет. Кроссовчик. Ту-ту-ту-ту. Опля! Что у нас тут? Тут у нас запчасти. Запа. Запчасти, короче. Запы. Еще запчасти. А, это бампер. Бампер. Ну, там еще все запаковано на высшем. Да. Крути. В общем-то, всякие запчасти. Сама. Давай, наверное, тачку распакую, покажем ее. Все остальное это уже потом. Потом. Вот еще какая-то коробочка, не знаю, что там лежит. Ну, запчасти. Тоже, наверное, запчасти. Не, ну вообще запаковано штуковски. Кстати, у Михи такие же колесики были. Тоже помнишь, диски были такие. Может, же разноцветные диски. И у меня такие были на этом, на Текно диски, вот такие стеклосные диски, ребят, мне нравились они. Они прочные, потому что внутри, дай покажу, внутри у них есть ребра жесткости. Давай, осмотрим. Смотрите, дека не сильно покоцанная, и по ходу дела... Это защита. По ходу дела... А, это защита такая? Да. Ни хрена себе. Насколько я знаю, это защита. Чисто такая. Кусок алюминия просто на пластиковую деку сверху. Ну-ка, что тут написано? Давай, почитаем. Hits. Прикольно, слушай, я такую первый раз вижу защиту. Ладно, давай, показывай, что там. Корочка, кстати, не ушатанная. Хорошая. Хорошая, да, в хорошем состоянии. Морези. Отверстия все для того, чтобы она не парашютировала. В общем, все как надо. Снизу проклеены места, самые важные, да? Да. Mm-hmm. Корпус чаще без трещин, по ходу дела. Вполне такая хорошая корка. Обычно. Так, ну и сама шаська пустая, да? Электроники никакой нету, да? Серво есть. Ну и в той коробке, походу, наверное, надо серво, мотор и еще какие-то запахи. Давай, смотрим. В общем, передние колеса вот такие. Это заднеприводные, заднеприводная модель, поэтому здесь передние колеса, они вот как, ну, направляющие, грубо говоря, то есть прорези вот такие сделаны, чтобы лучше сцепление было. Сзади у нас тут, ну как обычно, заднеприводная тачка, редуктор, слипер,
Колеса, рычаги. Булка, я единственное не знаю, сзади алюминиевая стоит или это тюнинг уже? Наверное, тюнинг. Я не знаю. Она пластиковая, наверное, стоит. Я не знаю, Максимка, не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Кстати, амортизаторы алюминиевые, передние тоже алюминиевые. Перезалить. Слушайте, вот все заднеприводные шорткорсы, они, в принципе, однотипные. Она мне вообще, вот поставь рядом осошку, у тебя есть осошка сейчас? Да. Тащи осошку. Вот поставь сюда осошку, хрен отличишь. Давай, ставь. Не, ну только единственное, что она, конечно, синяя. Вот, смотрите, вот у осошки тут синенький, RPM, тут наконечники, карбоновая пластинка, да? Ну, вот на Дюранго. Дюранго они тоже карбоновые есть. То есть вообще просто однотипные шасики. Ну и заднего бампера здесь нету, потому что он отдельно валяется. В общем, вот такая посылочка, Дюранго. Так что, друзья, покатаем на соревнованиях ее. Если оценим, если информации найдем про шаську, то запилим обзорчик про нее. Также выпишите свои комментарии, у кого такая шаська была, там плюсы-минусы ее, что ломается. Задний бампер выносится вашим моментарием. Что тюнинговать мне нужно. В общем, пишите. Все, кто знает что-то про эту модель, пишите информацию как можно больше. Нам для обзорчика пригодится. Готово. Такая распорища у нас получилась. Она 12 миллиметров толщиной. Это, наверное, где-то миллиметров 9. В общем, я думаю, что подойдет. Ну и побольше она немножко. Но по всем этим посадочным местам одинаковая, так что встать должна. В общем, вот. Если успеем, занодируем ее. Будет тогда красивенькая, блестящая, красненькая. Потому что в армии красный алюминий. Пускай тоже будет красная. В общем, вот. Сколько у нас, Максимка, ушло? Час. Час и фрезерный станок. И все, и распорка будет готова. Сегодня к нам зашел в гости вот этот красавчик. Мерз на улице. Жена притащила. Породистый. Выгляни хотя бы сюда. Покажи морду. Покажи морду свою. Худенький, конечно, по сравнению с нашим джусиком. Но породистый. Я не знаю, что это, правда, за порода такая. Глаза большие, морда красивая. В общем, покормили, дали ему грудки немного. Поставил лоток ему. В общем, пойду напишу объявление сейчас. Надеюсь, что заберут. Потому что это, наверное, из соседского дома какого-нибудь кот. А может быть, и из нашего дома. В общем, друзья, джусик ревнует. Не дает себе теперь даже погладить. Хотя руку я уже с мылом помыл, а он атакует меня. Ты чё? Причём бьёт не когтями, а просто лапой своей пушистой, мягенькой. То есть играется. Ах ты, игрун тут, о! Ну, давай, покажи, как ты только что лапой меня бил. Во-во-во. Ну, что ты? Ревнивец, да ты? Ты ревнивец, Джос? Ты ревнуешь меня? К тому котику? Джос, он временный. Его хозяева найдутся, и он уйдёт. Да, а ты ревнивый, оказывается, малый, да, Джос? Джос, я руку с мылом уже помыл. Уже не пахнет котом. Ну, честно, не пахнет, на, понюхай. Чувствуешь, не пахнет? Не пахнет ведь? Мылом пахнет, правда? Дай погладь. Джос. Дай погладить. Все, мы с Джусиком помирились, да, Джус? Папка его покормил немножко, и Джусик подобрел сразу. Да, все, ревность ушла. Опять стал добрым и хорошим котиком, да, Джус? Джуси, папка сегодня не обзоры снимает, а вас снимает в итоге тебя, до того заблудшего кота. Да, а надо обзоры снять, Джусик. Балкончик, как обычно, у меня тут легкий беспорядок. Шаська, которую нужно снять. Там вторая шаська, которую нужно снять. Ну, вы, в принципе, эти шаськи уже видели. А вот там вот тусуется. Дружок, покажись. Вон он. Свозил в ветеринарку его. В общем, сказали, что кот уже взрослый. Что все в порядке у него. У него глаза просто слезились очень сильно. Меня это насторожило. Я поехал до ветеринарки. Сгонял по-быстренькому. Прием бесплатный. В общем, даже денег не взяли за то, что я
на осмотр котика привез. Вот дал ему грудку, он немного съел, и все остальное не хочет кушать. Значит, не голодный. В общем, отдыхает. Если его погладить, то он тоже начинает мурчать. Так что, в принципе... Единственное, я думал, он маленький. Я думал, это котенок еще. Но сказали, что это уже взрослый, здоровый кот. Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. В общем, мой дорогой сыночек, Глебушка, запер нас с мамой на балконе. В итоге мы не можем открыть дверь, потому что ручка опущена вниз. А Глебушка не знает еще, что такое «подними ручку вверх». В общем, не знаю, колхож какую-то хрень из проволоки, чтобы открыть дверку. Глебуль, подними вверх ручку. Ну, киса хочет. Он умеет только свои ручки вверх поднимать. В общем, будем выбираться из балкона. Сегодня второй день пребывания этого красавчика у нас. Назвали пока его Персиком. Временное имя. В общем, ищем хозяев. Раскидали по всем группам объявления. Во дворах наклеили, но пока что никто не звонил. Джусик мой на него шипит. Этот кот, в принципе, тоже на Джусика на моего шипит. Стычки пока еще не было, но мы этого не допускаем. То есть не даем им вместе где-то сойтись. Поселился он на балконе, я ему вот тряпочку положил такую. Еда у него там стоит, кушает все, как и Джусик наш. И яички, и грудку, и кашу. В общем, все покушал, молодец. Ну, спит. Вчера спал, сегодня все утро спит. В общем, друзья, сейчас сажусь монтировать вложек. Давайте, наверное, камеру на себя поставлю. Вот так. Во. Значит, друзья, сейчас сяду монтировать вложек. Он получится, скорее всего, маленьким. Как-то мало происходило всего за эту неделю. Плюс 3 дня, считайте, я подрабатывал с Лёшкой там. Делали ремонт. Особо снимать было нечего. Поэтому коротенький. Но я думаю, что вам понравится. Вы поставите лайк, напишите комментарий. Ну, а если не понравится, то тоже напишите комментарий, что не понравилось там, или что изменить, что поменять, что лучше сделать. Вот. И котику поставьте лайк обязательно, друзья. Поставьте лайк, чтобы котик нашел своих хозяев. В принципе, мы уже готовы взять его, если хозяева не найдутся, но лучше, конечно, чтобы нашлись. Лучше, чтобы он вернулся к себе домой, в свою берлогу. Да, дружок? И вот глаза у него текут, не знаю. Я ему вытираю их. К ветеринару свозил, он сказал, что типа все хорошо. Сказал, что глаза пройдут, скорее всего, потому что на улице он был, на морозе. Дружок. Красавчик. Персик. Персик. Просто персик.